В Бишкеке состоялась церемония награждения КИРСЭФ-2 в сфере эффективного использования энергии и воды. Одним из награжденных является предприятие «Дан-Агро», которое занимается переработкой сельскохозяйственных продукций. Данное предприятие выкупает у местных фермеров фасоль, очищает ее и выпускает на продажу. Предприниматель Акмат Ниязалиев до этого времени работал со старой техникой, и ему приходилось нести большие траты. С этого года он начал работать с новым оборудованием, мощность которого позволяет переработать до 10 тонн фасоли. Ну а разница в использовании энергия оказалась весьма заметной. Экономия действительно большая, в два раза больше производства теперь. Поскольку раньше нам приходилось нанимать людей для ручной работы, а теперь мы привезли электронное новое оборудование, и производительность после переработки увеличилась в 2-3 раза. Акмат Ниязалиев приобрел данное оборудование через программу КИРСЭФ Европейского банка развития, взяв кредит на сумму 1 миллион долларов. 10% из этой суммы он получил в качестве гранта. Такой кредит снабжает энергоэффективные предпринимательства. Особенность данной программы заключается в том, что совместно с Европейским Союзом наш партнер в качестве гранта возвращает от 10 до 20% от суммы кредита инициаторам тех проектов, которые успешно осуществились. Все граждане, готовые приобрести инновационные технологии для дома, которые могут поддерживать энергию солнца, а также собирать дождевую воду, смогут получить подобный кредит, поскольку такие технологии смогут воздействовать экономии ресурсов. Все это осуществляется в рамках развития зеленой экономики в Кыргызстане. Мы хотим, чтобы Кыргызстан перешел на систему зеленой экономики. Ведь чем ближе мы будем к ней, тем меньше мы будем приносить вред экологии Кыргызстана. И наша экология улучшится. А она является одной из главных наших проблем. В настоящее время по республике охвачено 850 проектов, не приносящих вред экологии, на 15 миллионов долларов. Отметим, зеленая экономика подразумевает создание и увеличение природного блага с минимальным влиянием на экологию окружающей среды. Иными словами, если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы производить товары конечного пользования и отходы, то зеленая экономика должна возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося при этом минимальный вред природе. Айзада Урумбаева, Нурдан Карбеков, Пирамида.